это Русская Америка, и я хотела заснять крутое место, где вас обругают, нахамят, могут плюнуть в еду. Но как бы это считается очень так круто. Называется это место Dick's Last Resort. Вас обслуживают просто по-хамски, одевают вот такие колпаки, вот видите. На вас всякую гадость там пишут. И, кстати, еда фастфуд очень популярна. Вот видите, все сидят в колпаках. Вот, это очень забавно. Всем рекомендую попробовать. Немножко изнутри, как это все выглядит, это заведение. Вот видите, колпак. И вот группа с колпаками тоже уже сидит, у всех там написано гадости. И, как всегда, флаги. И по вечерам тут играет живая музыка. А, вот смотрите, кстати, Wall of Shame. Не знаю, что... А, вот, кстати, видите, вы можете увидеть. С колпаками некоторые. Забавное место. Попробуйте.